Всем привет! Срочная новость. Распространите это видео среди адекватных людей. То есть раньше я вообще думал, что плоскоземельщики, они на самом деле не верят в то, что говорят. Я думаю, то есть до недавнего времени я постоянно думал, они на самом деле, то есть, выполняют религиозную миссию, хотят людям запудрить мозги, земля плоская и так далее. На самом деле все гораздо серьезнее и сложнее. Давайте еще раз посмотрим вот это видео, которое только что видели. Смотрите. Здесь показано, некая самодельная установочка взлетает нечто похожее на ракету. Парашют спускается и смотрим внимательно. Вот парашют отлетел. И вот что-то, какая-то точечка падает. Смотрите. Смотрите. И тут возгласы, крики. Это раз... плоскоземельщик. То есть... На самом деле все очень и очень серьезно. То есть я ссылочку поставлю на вот эту вот статейку. Почитайте. Майкл Хьюз по прозвищу Безумный Майк. Трагический п*** сегодня при попытке запустить самодельную ракету, говорится в сообщении. 22 февраля Хьюз планировал подняться на высоту 1500 метров в пустыне рядом с городом Бардстоу. Штат Калифорния. Зрители засняли его гения. То есть, почитайте статейку, не буду все перечитывать, абсолютно бессмысленно. Скажу просто два слова. Плоскоземельщики – это люди на всю голову. То есть, а другими словами, здесь нечего говорить. То есть люди верят в то, что якобы Земля плоская. Все люди, которые летали в космос, которые показывают тысячи фотографий, которые летают на самолете и говорят, что Земля имеет форму шара. Более того, объекты, которые находятся во Вселенной, они демонстрируют, что все объекты, они имеют форму шара. А эти люди, они на самом деле, я думал, что они притворяются. Еще раз повторяю, они на самом деле... То есть... Здесь без вариантов, люди. И если вы внизу там почитаете комментарии, то здесь пишут, что в комментариях, что на самом деле это все подстроили, что его, чтобы он не смог доказать то, что Земля плоская. Вы представляете, уж видели, да, только что еще раз. То есть он взлетал на самодельной ракете. То есть ракета, вот автомобиль, какая-то крановая установка стоит, и они... запускают вот эту самопал. Это... Сразу парашют почему-то отстегнулся. Что он себе думал? На что он рассчитывал? То есть вообще, непонятно. То есть человек явно... Все, что я могу сказать про плоскоземельщиков. Это факт. То есть вот такое вот видео на сегодня. Немножко грустное. Все. Так что всем всего хорошего, счастья, удачи и процветания. До свидания.